Привет, вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Фасад павильона МЦД украсят 26-метровой видеооткрыткой с сердцами. Как сообщает агентство новостей «Москва», для гостей павильона подготовили праздничную тематическую программу. В ее рамках пройдет выставка и лекции о любви в творчестве Александра Пушкина, профессиональная фотосессия для влюбленных пар, акция «20 шагов до встречи» и другие. Для участия в лекции необходима предварительная регистрация. Выставка будет работать 14 февраля с 9:00 до 21:00. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!